26 августа, Тихон Страстной, народный календарь. На Руси Тихон считался помощником в избавлении от всякого уныния. Ему молились об умиротворении души. Также в этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери Страстная. Так праздник соединил в своем названии имена святителя Тихона и именование иконы. Обилие грибов в лесах предвещало хлебное плодородие в следующем году. Проходил этот день в трудах и заботах. Крестьяне прибирались в сараях и погребах. Сени заговаривали от нечистой силы, чтобы к зимним хранилищам осенние гнили не привелись. Еще заговаривали домашние заготовки и зерно, защищая их от завистливого, дурного глаза. В старину верили, что Тихонов день один из лучших в году для того, чтобы заговорить и защитить собранное сено от воздействия темных сил. Для этого сеновалы, где размещали новый урожай сена, обходили с молитвой и иконой, кропили каждый из углов этого хозяйственного помещения, а также размещали в них веточки полыни и чертополоха. В некоторых случаях полынь поджигали и окуривали дымом сено. В завершении ритуала в каждый угол сеновала насыпали свежую соль.